Тема конкурса «От великого до смешного». Для нас, как для мужской команды, футбол – это великая игра. Но, к сожалению, в российском футболе от великого до смешного один шаг. И сейчас мы его сделаем. После окончания футбольного матча. Алло, да, все. Ну как они могли сыграть? Проиграли, конечно. Ты что? Как обычно. Мужик, сюда иди. Иди. Че ты там орал? Кто судья? Вы судья. Да? А мне кажется, что-то другое орал. Нет. Хорошо. Это что? Свисток. Так, и куда ты предлагал мне его засунуть? Да нет, я предлагал свистеть. Да это же я не вам, это я боковому арбитру орал. А, то есть мне, братуха, да? Че ты матом орал? Ты же видел, там дети сидят. Да не было там детей. А мне, по-твоему, 50 лет? Я и так целыми днями в интернете деградирую. А тут еще ты со своим матом. Парни, да я бы не орал матом, если бы этот дядя гол засчитал. Да как я мог его засчитать? Ты сам видел, что там нападающий осел в офсайде был. Так, мужики, если у вас какие-то терки, то меня не трогайте. Не-не-не, братух, у нас тут просто эксперт нашелся. А, это ты громче всех орал, да? Вот рентген. Специально для тебя сделал. Смотри внимательно. Вот руки, вот ноги. Оттуда у меня все растет. Да, все правильно у вас. Отлично, но это еще не все. Галина Павловна, ваш выход. Бабушка, а ты что здесь делаешь? Как что? Ты же говорил, что она лучше меня в футбол играет. Галина Павловна, пас. Люди добрые, простите меня, но у меня уже возраст не тот и здоровье не то. А вот наговаривать на себя не надо. Вот ваша карточка. Я врать не буду, я все-таки клятву Гиппократа давал. Давал. Становитесь! Мы такими темпами сейчас до президента дойдем. И что ты туда смотришь? Я говорю, что мне со свистком баба делать? Надо, запомни, а он бабу не сейчас засвистит. Рентген, что рентген. Что рентген. Рентген. Дорогие друзья, тема конкурса «От великого до смешного». И мы, команда КВН «Саратов», играем в великую игру и стараемся быть смешными. Кирилл, а почему ты это говорил обычным голосом, а не своим фирменным? Потому что сейчас, Андрей, не важно, как я говорю, важно, что я говорю. Весь сезон. С вами была команда КВН «Саратов». Спасибо.